каждого свой рецепт успеха, да. Мой личный, наверное, тайм-менеджмент, постоянное стремление к развитию и трудолюбие. Я во многих сферах фитнес-индустрии прошла дополнительное обучение, и, ну, это, как правило, курсы до 75 часов, то есть когда ты там либо там вечерами приходишь, либо по выходным и получаешь образование. Вот. И помимо того, что я инструктор по стретчингу, мне удалось себе построить карьеру как инструктор по фейсбилдингу. Какие-то мышцы подкачиваем, какие-то расслабляем, и в комплексе вообще преображается структура лица, приподнимается, улучшается, и очень хороший эффект у всех. У меня были свои личные проблемы, я пришла как клиент вот в эту фитнес-индустрию и поняла, что я хочу развиваться дальше.